Здорово, братишка. Если ты действительно хочешь научиться делать грамбиты, то советую найти настоящий туториал. Данный видос — это всего лишь петросянство с сомнительной ценностью информации. Эй, ты молодой, дохуя амбициозно начинающий музыкант? Ну вот беда, ты нихуя не умеешь. Ничего страшного, для этого есть специальный жанр — гроем. Ну, спешу затормозить тебя. Гроем — это не то, что ты видишь на всяких 140 BPM. Нет, гроем — это чисто британская тема, зародившаяся в начале 2000-х в Южном Лондоне, как и дубстеп. И гроем — это не что иное, как хуёвая версия дубстепа. Отсюда и название — грайм, то бишь грязь. Но наверняка из дабстепа ты знаешь только скриликса и зомбоя всякого ебучего. Поэтому давайте послухаем настоящий дабстеп. А теперь грэм. Kill for real the realest blow stealers. Act like them boy they wanna take care of them blood clot business. Walk to them. Them and nothing like this, this. Kill them and do it like that. Them and old school, kill them and old school too. That's why we bring that back, back. Them and nothing like this, this. Kill them and do it like that. Them and old school, kill them and old school too. Tell them to pull up the track. Them and I drag up them youths like this. Us man a race for we youths like that. Them man have them worst picnic on earth. Anything we have them. Ну ты уловил суть, да? Чем более сырой и недоделанный звук, тем более true ты будешь. Ну, конечно, не надо перегибать палку, а то получится деревенская дискотека из 80-х. Все, погнали, покажу, как делать. Так, перед вами Full Studio 12.3. Но нет разницы, какой у вас секвенсор. Главное, чтобы там можно было поставить 140 BPM. Так, следующее. Гроем — это производная UK Garage, поэтому нам понадобятся немного ломаные ударные. Вот как тут, давайте послушаем, я тут накидал немножко. Ну вы поняли, да, суть? Так, следующее. Нам понадобится два вида баса. Первый бас. Такой простой, двухосцилляторный, одноголосый бас с пилами, который будет пилить мозги, как твоя бывшая. Ха-ха, бля, смешно. Так, давайте послушаем. Поняли, это такой грязный саунд. Следующий бас. Это вобл. Куда ж без него? Вместе с автоматизацией. Послушаем. По поводу мелодий. Можно вообще не запариваться. Мелодии должны состоять из двух, максимум из трех нот в одной-двух октавах. А знаете почему? Потому что грэм — это вызов системе. Система нам навязывает целых 7 нот практически в 10 октавах. А мы против системы. Антикомпозиторство. Ебал всех в рот. Продолжаем. Дальше. Нам понадобится очень важная пафосная штука. Это духовые. Она придаст мрачности, агрессивности и пафосности композиции. И последнее. Приделайте какие-нибудь 2-3, ну мне лень, я приделал 2 лид-синта, которые будут звучать крипово, сука. Опять же, антикомпозиторство. Все, грайм бит готов. Давайте послушаем, как это все будет звучать в целом. Охуенно, да? Все, базовый грайм бит готов. Если ты дохуя профессионал, то можешь добавить хор, всякие там барабаны, бонго и прочую лабуду.
Напиши в комментариях, на что бы ты хотел еще петросянский обзор. Ставь. А-ца-ца-ца. Или у тебя Оксимирон. Пока. Йоу! The King goes ha-ha-ha!